уважаемые депутаты, я сегодня по поручению мэра города Волгодонска Виктора Александровича Фирсова, так как он находится в отпуске, поручаю, скажем так, почетную миссию, передать вам от него лично слова благодарности за работу в течение 5 лет, плечом к плечу, вместе по работе в нашем прекрасном городе, за то, что сообща вот совместной работы многое в городе Володонске сделано. И Виктор Александрович попросил вас всех за это поблагодарить, каждого лично со словами благодарности, и от него вручить вам, депутатам, книгу. Да, это практически бесценный подарок, совершенно верно, бесценный подарок, вручить вам вот эту книгу по его поручению. Очень приятно. Сейчас каждому. Государственная надпись, да? Сказали лично.